ориентирования. Оп. Здравствуйте, глубоко уважаемые любители лётных видов спорта. Настало самое время немножечко пошалить. Под нами гора Шабар. И я выпускаю воздушные тормоза, чтобы на нее снизиться, потому что в кои-то веке у нас на горе Шабар оператор. Конечно, в такую погоду снижаться грех. Кромка сейчас, у нас сейчас 2200 метров высота. Погода бомба. Сегодня обещают до 3,5 километров у нас кромку облаков и до 4200 метров в больших горах. Но мы снижаемся, чтобы пройти несколько проходов, сделать по склону и поснимать это с помощью внешней видеокамеры. Обычно же у нас на борту камеры. А тут, представляете, есть человек, Женя, стоит и готовится нас снимать. Значит, я наблюдаю, чтобы есть парапланы на горе. Они нас догонят. Догонят и надают тумаков. Шучу. Они набирают, конечно, получше, чем мы. По той причине, что они могут поуже крутить. Вот, но я их не боюсь. Потому что я от них могу быстро сбежать. Я сейчас дождусь, пока первые из них ко мне подлетят поближе. И потом, когда они меня возьмут в клещи или во что там. Оп. Им тоже страшно должно быть. Кстати, такая бритва из пластика летает быстро-прибыстро и жужжит. Ну, естественно, я постараюсь сделать так, чтобы как можно меньше мешать парапланеристам и тем, кто собирается внизу стартовать. С помощью вот таких воздушных тормозов мы снижаемся 5 метров в секунду. Над нами, рядом с нами, вот парапланчики набирают высоту. А мы же относительно них активно снижаемся. Вот видите. И сейчас уже им не мешаем. Оп. Не знаю, насколько еще снижаться. Вот, наверное, и хорошо. Камера у меня на лбу, так мне удобнее будет. Полностью свободные руки. Вот Женя, вижу его, видите, он на самой верхушечке. Вот парапланеристы готовятся к взлету. Ты готов? Да. Отлично. Ну что, пошалим? Заходи. А захожу на южную сторону, делаю разворот энергичный, выхожу ниже рельефа 200, и сейчас аккуратно Женю лечу. Посмотрим, насколько я смогу к нему близко. Переворачиваюсь вниз, пикирую. И немеренная круть. О, как хорошо получилось. Надеюсь, он снимает. Иначе мои такие маневры обидно, если не попадут. О, Паша другой, значит, снимает. Вот тот случай, когда можно уже немножечко не шалить так сильно. Пройдем вдоль склона. Надо чуть-чуть энергии подсобрать. А то так и дошалиться можно, что пойдем на посадку. Видите, гора дает нам энергию. Но заодно я, соответственно, осматриваю воздушное пространство, чтобы, как говорится,
ни с кем. Так, еще снимай, сейчас еще раз пройду. Снимай еще раз. Так. Это что ты хотел, думал, что все, что ли? Фух. Готов. Поехали. Сейчас снизимся ниже и пройдем с набором высоты по нему. Сейчас мы ниже него, прям в гору летим. И сейчас я, оп. Ю! А? Я говорю, мы прямо в миге. Ну да. Немножечко как истребитель. Сейчас я здесь развернусь. Сейчас еще один заходит. Ну, попробуем с разворотом влево. Так, 150, 180, 200. Главное колбу не сшибить. Ю! Так, ну давай на пикирование сейчас можно. Оп. О, отлично. Хорошо. Давай, крайний проход, и там и дельтики я смотрел, планирует стартовать, чтобы тоже ему не помешать. Видишь, вся стенка работает, вытягивает нас отлично. Ну давай. О, дельтик взлетел. Все, дельтику не мешаем. 180. 220. И сейчас левым виражом. Восходящим. Для пикирования. У меня от перегрузки аж камеру со лба сбивает. Дельтик нормально лежу. Фух, даже я уже не нормально, живой там? Живой, живой. Хорошо, потому что я уже подустал. Сейчас будем заканчивать. Перегрузка такая тоже. Будь здоров, на самом деле. Так. На пикирование. Оп. Я хочу на него тень положить. Вот надо повыше, вот так. Вау! Есть. Что еще раз? Проход с запада на восток, если можешь. А, хорошо, давай. Погнали. 220. Ну что, так получше? Супер, получилось супер, очень хорошо. Если хочешь еще такие длинные проходы, и не поднимайся около меня, дальше проходи. Так, дельтика нету, нормально, чисто. Параплан зато взлетел. Вижу, да. Ну я смотрю, тут парапланы повзлетали, наверное, не будем им больше мешать.
Я вроде никого нет, один только висит внизу. Смотрите, я это нормально, если что нужно, хороших кадров, давай. Тайм-аут 5 минут делаем, пусть парапланы уйдут, я пока и камеру перезаряжу. Разворачиваемся. Ты пока мы шли, набрал мне 100 метров, молодец. Давай заснимем проход по рельефу. Жесткий. Как тебе такая идея? Отлично. Смотри. Держу крепко камеру. Улыбайся слева, камера. Завязываем тогда. Возьми ручку, меньше крен немножко и скорость уменьшай до 120, да, и набирай спокойно, меньше крен. И можешь напрямую переходить. Напрямую переходи, чтобы тебя меньше укачивало. Все. Ага. Все, 120 по прямой, отлично. Все, Жень, давай на аэродром в 3 пересменка, хорошо? Отлично пошалили. В 3 пересменка на аэродром. Молодцы, просто супер. Что такие звуки планер издает, когда мимо проносится. Я не знаю, в 10 метрах проходили. О, просто чудо. Обалдеть.
Друзья, ну вот так вот капельку немножечко пожалили. Я надеюсь, что вам понравилось. Мне точно понравилось. Сейчас смонтирую, не знаю, что тут будет. Смостовая тоже работает. До новых встреч, до новых позитивных роликов. Не шалите, не делайте так, потому что, во-первых, чревато, можно ошибиться, и бах-бабах, и все. То есть при очень хорошем налете, при очень хорошем чувстве планера можно что-то делать, но желательно все-таки не такое. Не берите пример с меня. Это вообще плохой пример. Фу, мне стыдно.